Кронирование деревьев возобновилось после летнего перерыва. С апреля по октябрь в период сокодвижения делать этого было нельзя. Теперь же мэрия вместе с подрядной организацией отрабатывает заявки по территориям общего пользования, поступившие за это время от горожан. Деревья у 18-й школы давно беспокоили и родителей, и администрацию образовательного учреждения. Для кронирования отобрали 10 объектов. Убирают по аварийности деревьев. Это наклоненные деревья, деревья, которые начали высыхать, гнить корня, допустим. А также по заявкам жителей, деревья, которые там затеняют окна, дома. Кронирование бывает нескольких видов. Легкое носит декоративный характер, применяется только для исправления формы кроны. К деревьям, чьи ветви представляют потенциальную угрозу людям, транспорту или коммуникациям, применяют глубокое кронирование или топинг. По просьбам руководства 18-й школы, ввиду сильного ветра, ветви не просто падают на голову учащимся. Поэтому в данном случае это именно глубокое кронирование. Такая опиловка, а точнее то, как выглядят деревья после нее, в последнее время вызывает бурные споры среди интернет-общественности. Одни говорят, что это портит внешний вид города, другие, что это вредит деревьям. В городской администрации отвечают, так кронировали всегда, но почему-то общественный интерес появился только сейчас. Есть четкие нормативы, приказ Госстроя 153, да, он от 99 года, но все же не утратил своей актуальности. Мы работаем, наши подрядчики работают в рамках этих нормативов. Деревья обрабатываются специальными препаратами, вот поэтому проблемы мы в этом не видим. И если мы посмотрим даже на эту территорию по другую сторону школы, мы видим, что ранее было проведено кронирование, и молодые отростки, они появляются, деревья не погибают. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.